Доброго всем дня и хорошего настроения. Спасибо, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу показать тарелочки завода Дулёва. Начать я хочу вот с этих, это шпротницы. Ну, для селёдочниц они слишком малы, но, наверное, шпротницы. Вот, они произведены в 64-м году. Вот такое клеймо было с 64 по 68 год. У меня их две. Вот позолота, вот на этой немножко позолота поблекла и повытерлась. А вот это более-менее в хорошем состоянии. Вот 64-й год. Такие красивые, такой позолотой. Вот. Потом у меня вот еще вот одна такая тарелочка есть тоже с позолотой. Она в хорошем состоянии. И позолота в хорошем состоянии. Вот, вот такое клеймо. Это с 68 по 91 год клеймо ставилось. Вот это довольно-таки тоже тарелочка старенькая. Вот. Потом у меня такая тарелочка есть. Ну, у нее там небольшой скольчик есть. И у нее уже не позолота, а люстровая полосочка покрытия. У нее это фигурный край у тарелки. И она в нулевые годы произведена. 2000 год. Потом такая тарелочка. Суповая. Вот. Вот она тут год не стоит, но она, наверное, вот 68-й тоже, наверное, 91-й год. Видите, это позолота, полоска позолота и очень красивый так мессинский букетик. Вот эти тарелочки в хорошем состоянии. У меня их две. Вот такие тарелочки. Вот. Вот. А вот такая тарелочка. Это подтарельник, наверное. У нее аналогичный букетик, но поменьше. Тут красивая. Голубой цветочек, а здесь его нет. Только один. И листочки немножко по-другому расположены. Также здесь позолота, широкая полоска. Вот. И такое клеймо. Это первый сорт. Вот такие, вот такие-то красивые тарелочки. Вот. Потом у меня есть вот такая тарелка с кобальтовой полоской и тоненькая позолота, и вот такие три букетика. Три букетика, нарисованные позолотой. Красивые там листочки, цветочки изображены. Вот красивая тарелка. Эта тарелка... Ой, батюшки, чуть не разбила. Эта тарелка произведена в 93-м году. Второй сорт. Зеленое клеймо, интересно. Второй сорт написано. Вот такая вот красивая, с кобальтовой широкой каймой. Вот. И вот такая тарелочка. У нее фигурный край. Позолоты. По краю и позолота у нее, но она поистерлась. И букетики
нарисованные позолотой. Вот. Такая красивая, тоже кобальтовый край у нее, довольно-таки широкий. И она 86-м году была произведена. Вот такая красивая тарелка. Еще я хотела показать вам такой букетик. Это букетик из цветочков водосбора или по-научному аквилегия. Они у меня разные. И сиреневые, и фиолетовые, и розовые, и двухцветные, и белые. У меня очень большое разнообразие этих цветов и оттенков. И я еще люблю ставить букеты листья и хосты. Моя любимая хоста. Вот. И также вот такой букетик. Это лесные гиацинты. Вот они красивые. И еще вот это тоже лесные цветы. Иван да Марья. Видите, вверху сиреневый, а внизу желтый. И они, вот эти гиацинты, они так пахнут. Вообще, сначала-то похожи на ландыши, но это не ландыши, это гиацинты лесные, красивые. Листочки у них маленькие, вот такие кругленькие. Не получилось собрать их, потому что они очень маленькие. Вот такие красивые букетики. Вот такие тарелочки, которые я вам хотела показать. Вот. Всего хорошего. Всем благ. До встречи.